если мы говорим про руководителей бизнеса, то они, по сути дела, управляют системами. Управление системой – это всегда мышление. Это, безусловно, прямо мышление в чистом виде. Вот. Бизнесмен не работает кувалдой, вот. Он не пишет отчетов. Вот. Бизнесмен создает условия для того, чтобы в реальности что-то стало меняться. Вот. Для этого нужно, конечно, мышление, потому что мышление – это как раз то, как менять реальность с помощью другого моделирования, другого видения происходящего. Потому что при стандартном видении вы ничего не получите эффективно, потому что все так видят, и, соответственно, у вас шансов ноль.